Привет всем! Сегодня будем делать яйцо пашот. Это очень вкусный завтрак. Нам понадобится соль. Сейчас возьмем чайную ложку, где-то насыпем. Закипящую воду. Вот как только пузырьки пошли. И столовая ложка уксуса. Вот реакция пошла. Делаем круговорот воды, водоворотик, и туда вводим яичко. И оно так варится у нас 3 минуты. Прошло 3 минутки, можно наше яичко доставать. Смотрите, какое оно прикольное получилось. Все, выключаем и идем дегустировать. Такое яичко у нас получилось. Смотрим, что у нас там внутри. Аккуратненько разрезать нам надо. Смотрите, какая красотища. Вот что нам и требовалось сделать. Ребят, кому понравилось, ставьте лайки. Кому нет, дизлайки. Всем удачи, подписывайтесь на канал, пока!